привет, уважаемые зрители и подписчики наших каналов! С вами снова я, Хаммер, и... Лукис, всем привет! Мы сегодня играем на аннигилейшене на сервере Кристалликс. И мы не будем прощаться в некоторых моментах, потому что мы не будем прорываться в записи. Мы просто будем снимать, а потом это все выражем. А прощаться только будем в конце, когда аннигилейшен закончится. Так что заранее говорим всем привет. Я тут уже скинули замер. А, ну окей. Я уже умер. Тебя сказал, да, убил? Да, пока здоровался, меня убили. Ладно. Да, хватит меня убить. Да зачем эту ачивку выполнять? О, красавчик. Я все равно его сожгу. О, скаут, помогай камеру. Почему он меня бьет? Это же традиция убить летсплейщика. Ну блин, почему? Откуда я знаю, что мы снимаем? Людей. Угу. Вот надо какого-нибудь дефера специального поставить сюда, чтобы... Так, сейчас надо почти потише мне звук делать на однёрку, на 1%. Окей. Так. Вот опять он! Да опять он! Опять он! Корову! Убейте корову! Тебя убили. Да блин, мне не дают железо накопать. Негодяи. Так ладно, я пока сейчас все набью 30 долларов. А кто зельки будет делать? Ты или я? Ты на меня думаешь? Ладно, давай я пойду. Да блин! Да. Я убью этого! Я убью его! Это читер! Ну читер, он не читер. Он читер, он скаут. Скауты все читеры. А, ну я понял. Скаут это мобильный класс, он просто может за 5 секунд быть на другой базе. Надо быстро ложиться, хотя бы вот это железо плавить, чтобы, ну... Так, я пойду сейчас сделаю себе железный кирку и пойду копать. Я энчантера возьму. Блин, хотя я планировал этого взять, как его... Нет, опять это корова! Убейте корову! Я убил его. Железо отдай. Это. Че, забрали? Да, забрали. Да, блин. Надо быстрее копать, давай. Давай. Почему не эффективность 5 у майнера, а эффективность 1 только? Скажи мне. А, кстати... Хаммер, сейчас скажу, подожди. Дорогие зрители, что у меня видео не уходили целых, да, 3 недели почти. У меня было некоторые держки, плюс студия. Надо бы активировать его. Я связался с моими друзьями, они мне помогли. Ну и плюс я отъезжал на недельку отдыхать. Отдыхать? Да, отдыхать. Мы, наверное, скоро поедем. А? О, сразу. О, спасибо. О, кто-то 24 мне железо дал. Опять корова! Опять корова! Камера, дай секунду. И у меня просто не было ноутбука, и я не смог связаться, ну, вообще укладывать видео. И вот так вот. Сейчас, конечно, будут видео выходить чаще, потому что каникулы летние, да, Хаммер? Угу. Они уже скоро заканчиваются. Скоро, тебе еще 2 месяца. Да ладно, это знаешь, как мало. Да, 2 месяца, это правда мало. Надо успеть. Ладно. Его могу сейчас о веселом. Так, я пока прячу... Ты можешь подержать мои вещи, а? Ух ты, я нашел откуда, я нашел откуда синий лезет. Откуда? С золотой шахты. Шахты? Да, там же. Вон ты. А, меня слили с 8 левом, куча железа. Ладно, спокойствие, главное спокойствие. Да. Спокойствие самое главное. Да, это самое главное. Так. Ты эту сделаешь, как его? Зелье? Какой зелье? Наковальню. Что нам наковальня? Ну, как зачем? Чтобы перевернуть мечи. Я думал, сейчас я делаю зельки буду.
потому что наша команда болела. Ну, сейчас, вот как я сейчас лисся в железной шахте, никто не копает железо. По-любому, мы бы без денег бы не пошли бы раз. Ну ладно, а ты копаешь это как... Да, я копаю золото. Золото? Да. Я думал... Так... Блин, так. Я забыл эту Майнкрафт на весь экран сделать. Ну ладно. Я не сделал, мне Вакона нравится. А, опять корова! Ты корова. Корова. О, на дереве. Спайдермен корова. У тебя теперь будет самый кошмарный сон, это корова. Да. Надо забыть про корову. Забудь. Только забудь про корову. Надо думать о хорошем. Так, ладно, сейчас я... А, корова! Она на меня бежит! Убегай. Я ее сливаю! Я ее слил! Ужели? А она в золотой шахте? Они в золотой шахте, что ли, все? Они проходят через золотую шахту, у них же там дырка. Разве? Да, у них там дырка. Так, сейчас... А они меня не найдут, а я спрятался. Так, ладно, мне сейчас надо сделать срочно печки и переправлять уже. Блин, главное, чтобы они из-за лазурита не пробегали. А, рука чешется. Я 30-й копаю. А я пока зельки буду считать. Давай, ко второй фазе уже готовы должны. Нет, не будет готово это. Ну, к третьей. Третьей, да, еще может быть. Так, может, даже второй с половиной. О, да блин. Висит меня эти синие. Короче, первых идем рашить синие. Да, они, эти коровы, они убивают просто. Надо их заражить, чтобы они не убивали меня больше. А то кожанчики, они просто суперскауты какие-то. Кожанчики захватят мир. Да. Так. Ну, все, половина нашей команды, они сейчас все в кожанке. Не знаю, на видео, наверное, TeamSpeak не будет видно. А нет, TeamSpeak не будет видно, только, наверное, чуть-чуть загнуто будет. Хотя нормально, не знаю. Так у меня 30 уже. Молодец. Так, а я себе всю броню уже сделал. Да? Но я пока не хочу, потому что меня сливают. Я возьму, если будет ночь, когда мы будем раш, я возьму вампира. Если утро, то я возьму этого, как его. Мейджа? Да. Я тоже возьму вампира, либо буду мейджа. Эмма, дайте выкопаться. Все, я выкопался в железную шахту. Так, нам же меня сейчас не заметили. А ты под землей куда-нибудь закопайся, да и все. Это моя нарколаборатория. Давай. Вари. Я сейчас за чару мечу пойду тебя прокрывать. А не надо, зачем? Они самого сольют. Верно. Дай-на-на-дай. Ай. Так. Делаю меч. И бежим чарить. А ты броню будешь шарить? Да, только не сейчас. Я хочу... Может, алмазную лучше зачарить? Не, на алмазы давай не будем ходить. Ну, мы с ребятами в ТС... Ты бы это видел! Сейчас. Овца по воде плыла вверх. По водопаду. Блин! Небесный кар опять удача 2. Хоть удача. Ну да, хоть небесная кара. Если зомби встретится. А, опять корова. Корова, нет, это какой-то супермен. С плащом. Может, Лили. Как думаешь, оставить меч или снова чарить? Снова? Не знаю, как хочешь, Хаммер. Мне тут сейчас переправляется железо, золото. Ну, я лучше пойду еще за чару, потому что это какой-то плохой меч. Кто это там? Опять коров, что ли? Нет, это не корова. А может, коров не было. А, корова! А,
Пока я копал золото, все вот это, я уже... А! Спалили мою нахуй лабораторию! Убью! Убью! Кто это? Ну два, быстрее ко мне! Сейчас убьют, сейчас убьют! Опа, опа, опа! Да, все, дабл килл, отлично! Беги, перепрятывайся! Не, я тут оставлю. Так, мне нужна твоя помощь, Малюх Хамер. Так, нет, я лучше тут останусь. Подожду, пока делается так. А они тебя снова будут бегать. А мне тут мало осталось переплавлять, что там? А они скауты, они же уп-уп, и все. Ну, у меня осталось тут минут 5-10. Нет, думаю, да, минут 5 и все. Готово. Так, они опять ко мне пошли. Баки, можете не прятаться, я же вас вижу. Я солился. Да? Привет, ботан, как дела? Так, все, убит. А второй? О-о-о-о, второй пришел, железный меч, мясо может слить. Да, все, меня спасли. Красава. Сколько у тебя хп было? Очень мало. Пол сердца? Это мое железка, дай, воды. Мое золото. Все, чувак, иди отсюда, пожалуйста. Все. Мне твоя помощь не нужна. Он тебя не слышит. Я знаю. Спасибо, что ты мне помог. Все, давай, до свидания. Ладно. Ой, да. У нас такой деф какой-то непонятный. Так, палки опа, есть. Опа, отлично. Железка. Да что ты фармишь экспит просто, а нет? Так. И причем всех ты сливаешь. А почему когда съемки куча-то... А! Обзывал. А, меня слили с 30-м! На Нексусе! А, я с ним на Нексусе, я с плюс не могу подойти. Блин, меня с 30-м слили. Чувак, отдай! Чувак, отдай! Это блэкмейдж, саны, два блэкмейджа, а! Так, меч не убили. Фу, вот отлично. Дай. Меч. Все. Вернул. Нормально. Пойдем снова копать. Да, синих надо срочно зарашить, потому да. Что... сейчас на... сильно болзы. Погоди, давай... О, арбуз. Я его поставлю разрушу, короче, так. Я его поставлю сюда. Арбуз! Почему он не ставится? У меня арбуз есть! Ура! Блок арбуза. Зачем желтых надо было рашить, я не понимаю. Так. Так, давай, доплавиться и все. А нас уже один раз успели сломать. Сейчас не успею скоро. Давай быстрее уже. Так, у меня радостная новость. У тебя зелька готова. Нет, у меня только перетовалось. Золото? Да, золото. У меня уже 30-й левел. Пойду. Ну, я уже третий раз накапываю его. Копа, 30-й. Да, вот этот. Видишь, синий написал випер. Типа, что мы варим зелье, он нас полил. Валим? Давай, быстрее. Так, тут два. Блин, все заметили. Что тебе, чувак? А я тоже зелье варю и супер яблоко. О, давай тоже супер яблоко сделаем. Блин, яблоко-то? Блин, я мяч кинул. Привет! Как дела? Так, нас запалили. Операция была провалена. Я опять солью. Привет, чувак. Привет. Так, меня сейчас сольют. Меня могут слить. Это очень плохо. Я тебя спасу. Я бегу наверх. Ты где? Ты где зарылся? Да все, мы сейчас уже... А все, их убили. Отлично. Что, реально? Да. А там железник был какой-то. Их не убили вообще-то. А тебя их слили. Так, операция зачерпнуть меч.
А что на нашей базе делают желтый? Да, все, сейчас я начинаю варить зельки. Да, при опоздали мы малево зельками. Что ты меня бьешь, чувак? На. Я уже боюсь. Кто через вали бежать? Да! 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 Острота 3, отдача 2! Можешь так сильно не орать, пожалуйста? Ну, я не ору. Так сильно крикнул, ох. Я могу так, еще. Надо. Так, у меня есть меч. У меня есть острота. У меня есть острота 3. А подержишь мои вещи? Блин! Вот я лопанулся. Что? Блин, я нечаянно этим золотом слитки выложил. Кто-то их подобрал. Ну ладно, я по-любому сейчас кому-то помог. Пусть он варит зельки, чувак. Вот он, я видел, сейчас он пошел вниз. Ну-ка, да? Погоди, а вот ты не будешь зельки варить, получается? А, мне нет золота, я нечаянно слитки положил в сундук. А подержи вещи мне, Да, конечно. Так где? Давай ко мне иди. Воу. Давай. Сейчас, чувак. Кидай. Он не сможет, брат, давай кидай. Он, если упадет, то он разобьется. Сказал же, давай быстрее кинь. Давай быстрее, камера. Давай сюда, короче. Вот сюда. Стой. На. А где наш шар три? Че говоришь? А где меч на шар один? На шар три. Шар три, а я его в печку положил. Какой мне клад взять? Сейчас скоро будет ночь, бери вампира. А то у меня уже скоро ночь будет. Уже долгий день идет почти. На, бери. На твой самый главный изумруд. Нет, не беру его. Я не принимаю такие вещи. Они очень ценные. Так, ой, забыл. Это возьму и это возьму. Я пока не буду брать остроту 3, понимаешь? Да, я пойду сейчас зачарую себе. А ты уверен, что сейчас... Это, как его... Да, сейчас скоро будет ночь. Ага, я пока возьму железо. И сколько его? 28, как раз. Так, крафтим броньку. Та-та-та-та-дам. И вот так. Олег подлагивает меня. Да, что-то лагает. О, а у меня меч хороший тоже. Какой? Острота 4. Откуда? Провал. Зачарил? Да. Классно. Так, сегодня мне надо тоже будет класс вампир взять. Нас рашут. Кто? Синий один. Зачаренный. Один, правильно сказал, один. Один. Иди, он. Кто нет, убежал, забоялся. Камер, подержишь мои вещи? Зачем? Я только класс на вампира поменяю. У тебя тоже вампир есть? Да, пошли сюда. Да куда ты? Где ты? Я тебя потерял. Я возле арбузов. Правых, левых? Передних. Иди ко мне, сюда. Твоя внучка? Мои. Так. Самое главное меч. Да, самое главное меч не потеряй. О, ты какой-то меч что-то. Вау. Да. Так, я беру вампира. У тебя ничего не выпало. Можно половину арбузиков возьму? Да, можешь немножко брать взять. Ну, я возьму штук 20. Давай. У тебя 37 самого будет. Давай, я стою тут, ты давай мне кидай. Окей. Стой, чел. Чел, давай, уходи. Зачаренный такой. Да, я весь такой зачаренный. Ну все, сейчас ждем ночь. О, третья фаза. А что, уже зельки готовы?
И я так говорю, я тебе говорю же, я положил слитки. А, блин, и что делать? Сейчас, я думаю, кто-то по-любому будет варить зельки, мы его... Давай спросим. Спроси. Сейчас. Ладно, я пойду поставлю на Дейфи. Наш Некус малёк поломают. На-на-на-на. Я тоже пока постою. Я мяч не буду брать сильно, а то вдруг потеряю. А я взял. Зачем? Мяч, ты чё? Вот какой-то лав варит зелье. На-на-на. А... Кто варит зельки? Ты варит зельки. Кто? Хаммер. А что дает класс ампер, можешь, пожалуйста, сказать? А сейчас... Ты просто знаешь, что там ночью сильный? Имеет 50% шанс восстановить пол сердца при нанесении урона в течение ночи. Днем получает на 25 урона больше. Днем? Да. А-а-а. Да, нет, это наоборот хуже получается. Наверное. Так, там один синий. Блин, 20. Наверное, они ошиблись. Надо было 25% меньше. Потому что днем наоборот он должен забирать сердце меньше. Или погоди, я не так посчитал, что ли? А, днем получается. А, ему наносит больше урона. Да. А вот кто варит, какой-то Лик Тиклав. Не мог почитать ник. Может, на мид пойдем? Да что там на миду сейчас делать, подожди. Сейчас ночь пойдет, и мы с тобой будем рашить. Вампиры. А давай, много человек пойдут, не понял. Да, давай он бафать будет, и мы... А вот он! Это Блудмейдж. Он железкий, походу варит зелье, раз он посадит. Так, как тут пробраться-то? А, это где мы были, это его нычка. Прокинь. Где вещи-то? Ты мне скидывал. Не знаю. Да. Я тебе говорю, он раз туда пошел. Да, походу, нычка там. Я пока выпью это рассвет, кажется, или это ночь? Все, это ночь. Все, давай. Так. Сейчас прошу. Да, будет баф, я вижу, чувак в Бразилии. Тут пришел один! Тут один чувак пришел, нас убил двоих! Че, реально, а где он? Да, он в той нычке. Нычке? Давай! Я с вами бегу, я в железке, давай. У меня кирка быстро, давайте, ломаем. Пробираемся, давай, в железке. Загасим его. Нас трое, он один. А у него какой меч, как думаешь? Да, он убежал. Он скаут? Да. Блин, да, он убежал. Печаль. Он зелье забрал, самое главное. Че, реально? Да. О-о-о-о-о. Ну умри ты, чувак, ты мне лично не нужен. О, мой меч на шарпу 3 остался. Она 4. Эй, привет. Спасы. Не, лучше уйду, потому что я без... Без вещей. Блин. Так. И что так теперь делать? Я хочу у него... Ну-ка, спроси, пожалуйста, у него там остались зельки? Сейчас отойду. Как мне там ник?
А, понял. На букву М. Ага. Саша, я на немножко, мне отойти надо, уже на зрителе, я надо отойти на пару секунд. Хорошо, давай, мы просто приостановим запись. Я тоже все могу. Все, мы вернулись, Пока Ханя отходил, я накопал себе железо, у меня сейчас переполняется оно. Так, и мы без бафов пойдем, да? Походу, да. Ну, а мы без бафов не заражены. Ух ты, тут железка есть. Блин, я нагрудник забрал. Да, я забрал нагрудник. Ух ты, ну-ка. Мне показалось. Можешь на мид забегать? Ой, я зельку силы подобрал. Что, бафать? Нет, зельку силы 2 пятивную. А, пятивную? Ну, когда пойдешь в раж, ее выпьешь, хорошо? Ага, я тут... Она около забора валялась. Хорошо, что я через забор ее мог подобрать. Да, прикольно. Так, мы... Я ее пока в печку положу, наверное. Да, иди пока положу. Я пока пойду. Прогуляюсь. Вагоную малеху. Так, а куда же ее положить? Наверное, за место железа положим. Так. Ой, я забыл, я ж не скаут. Это порта-папа был. Блин. Аня, да. Я тут вижу синего. Привет, синий. Как дела, чувак? Так, все, я убью синего. Он ремонтник. Зачем ты ремонтника убил? Он мне подарил свою железку, он такой добрый. Да? Да, он такой добрый, он такой подходит ко мне и говорит: Кувика, забирай на железку, я тебе даю бесплатно. Я тебе дарю бесплатно. Да, он тебе такой. Да, только этой неделе. Да. Нифига, это что, Арчер? Он так откидывает. Ух ты! Ой, блин, мне попали со стрелой. Так. Барьер, я думаю, почему? У него лук, наверное, зачарим. Слушай, два луки зачарим. А, у меня есть хорошая новость. Какая? Маленькая. О, давай их убьем. Привет, давай, мои верные друзья. Ой-ой-ой-ой-ой. Хамя, спасай. Помогай. Эй, чувак, давай, до свидания. Давай, пока. Все, пока. Пошли. А где он? Одного я слил, одного ты слил. Где? А, видишь, там написано, типа он сам уничтожился. А, он за мир упал, что ли? Нет, он упал с маленькой высоты. Ну, знаешь, урон получил? А, да. Да, и он получил урон и умер. А тебе это зачиталось? Да. Я пока буду копать гравии, чтобы сделать лук. Да, дайте выйти, эти кнопки надоели мне. Так, уже утро настало. Блин, а я вампир. Так, на, подержи мои вещи. Да зачем? А мне поменять класс на скаута. У меня дело. А зачем тебе скаут? Ну, чтобы быстро бежать. Так, ну, тогда ты мне тоже дашь. Я рискну. Так, не подходи ко мне близко, хорошо, Ханя? Давай, я подберу еще. Я подберу еще. Давай, беги быстрее. Давай мои вещи подержи. Ко мне. Подожди, сейчас я оденусь. Ну ты рискованный. Да. Я уже только один раз рискнул и потерял вещь.
Ну, не весь, а меч потерял. Какой? Остроту 4 на заговорение 2. Давай сюда вставай. Вот тут дырку, вот в эту, куда я машу. Так, на-на-на-на-на. На-на-на-на-на. На-на-на-на-на-на-на. Сейчас. Умирай. Все, умирай. Умер я. Я тебя убил. Ты меня убил, реально? Да, типа я тебя дыню-дыню, и все, ты умер. Давай, кидай. Давай, молодец, кидаешь. А где моя бронька? Да. А вот моя бронька. Ну, пошли атаковать. Да о, какой блин. Атаковать, если я еще лук не изучаю? Ух ты, я вижу двух желез. Они подзели силы. Два синих железных подзели силы. Мне не страшно, я скаут. Меня убили. Че, реально? Да. Давай я рискну своей жизнью. Давай. Привет, WhatsApp, Ника. WhatsApp. Так, меня убили. А, уходите отсюда. Я свой. Не надо убить меня. Ух ты, сколько их. What the hell. О, чувак умер. Отлично. Дайте второго убить. Я его слил. Ой, дайте мне вещи. Опа. Блин, я зельку силы подобрал на 3 минуты. Небавнутую. Так. Погоди. Пауза. Так, уважаемые зрители, мы продолжаем. Блин, я запись на ой, короче, остановил запись, а не продолжил. Ну, ух, меня тут убивают. Да, кто тебя одевает? Тут Слендерман на зельке. Да. Так у меня уже 5 алмазов. Да? Да. Слушай, да я тоже алмаз покупаю. Я уже копаю. У меня зелька с собой есть, так что если нападут... Ух, ты меня бьет, ах ты негодяй, чувак. Зря так сделал, да? У меня убили. Ох, рукоятка. О, чувак, на алмазы дай, спасибо. Извини, рукоятка, момент. Ну, этот чувак, вот у него ник, уйди, пожалуйста. Вот. Лайман Клум. Если ты можешь это видео, спасибо тебе за алмазы. Большое. Так. А где алмазы-то все? Ой. Улица какая-то низкая. Ой, ты упал куда-то. А, не лагай, не лагает налег. Лаги. Один алмаз. Так, секундочку, сейчас я постановлю запись на секундочку. Я тоже. Остановить, да? Да, остановим. Так, все. Так, все, мы продолжили. Так, все, да, мы продолжили. Так, у меня уже 6 алмазов. 6? 6. А у меня 9. Ты раньше меня начал копать. О, у меня 3 сердца, не заметил. Уходи. Ну нет, я западался, у меня 3 сердца осталось. У меня сейчас, короче, блин, у меня 2 сердца. Я лучше уйду с меня на минутку. Отхилюсь, так кто это? А ты наш? Весь сундук просто заполнен вещами. А, блин, лагает сервер что-то. Да, подлагивает малёк. А людей вообще мало. Так, все, я сейчас сделаю себе поножи. Зачем? Поножи алмазные. А у тебя есть 2 алмаза еще лишних? Да, есть. Не только не лишних, надо еще 2 алмаза копать и все. Можешь дать 2 алмаза, пожалуйста? Да. Спасибо. Я скажу, что я нагрудник. Сейчас нагрудники. А на чего у тебя нагрудник зачарный? На Unbreaking 1. А у меня зелька с собой. Ага. У нас подламывают. Ой. Да ладно, забудь.
Хотя? Ух ты, меня красный-то! Ух! Ух! Сейчас сольют тебе по-любому. Повезло, что вы красный сейчас умерли. Давай, красный умирайте, давай. Ах, красный не умерли. Так жалко. Опа, давай, потанцуем, давай. Опа, косой. Ой, красные вообще косые все. Куда? Они не умеют сколько стрелять. А, нет, я попал, когда я ел. Я пока слова собирала. Когда человек есть, все равно, он несколько секунд стоит. Можно его попасть. О, давай. Давайте нашему. Чувак, ломай, сильней. А, не смог. Эх, мало каши переел где-то. Я могу пофармиться сходить. В это зелье никакого хорошо, привет, чувак. Хорошо, не было. Как дела? Чувак готов. Так. Был пацан и нету пацана. Угу. Так. Опа, все, отлично. Я бегу на нашу базу, чтобы положить вещи, которые я добыл с чувака, который дрался достойно, который я отнял всего лишь 5 сердечек. Давай. Так, мне одного алмаза не хватает. Надо алмаз накопать. Так, 30-й. Красный, привет. Ой, он потерял силы. Бегай. Ну, я его не боюсь, потому что я его сейчас убью. Да, я его убил. Ты его не убил. Я его убил. Ты его не убил. Ух ты, я нашел. А чё у него там? Камер, у меня сейчас хорошо. У тебя есть зелье силы второго уровня? Да. Короче, у меня сейчас есть зелье регенерации второго уровня. И? Дашь мне сейчас зелье силы зелье регенерации? Зачем? Ты будешь ломать Нексус, ты будешь ломать Нексус, а я буду тебя дефать. Как тебе идея? Что лучше, простой алмазный нагрудник или железный защита 4, прочность 3? Защита, конечно, железный. У меня, я подобрал его, чувака. Амир. Ребята, ловите меня. Ух ты, меня же убили! Ох, меня убили. Какой-то человек негодяй, а? Все? Ух ты, я себе вещи хорошие приобрел. Какие? Хороший. Так вот, ей вещица, вот. Ты на Нексусе, что ли? Нет. Меч не видел. Да! Да! Сила 3, грештала 1, прочность 3. Камер, дашь, хорошо? Чего-то? Нет. Перед силу того уровня. Почему именно я ловить должен? Меня сли! Так. На Нексус прошел железник из двух ударов меня слил. А у меня такие хорошие шмотки были. Побегу вообще. Все, давай, ломай. Ой, дефай. Нет. Ах, проиграли. Ладно, дрались мы достойно. Да, я зачарил это и все, меня слили. Да. Игра получилась, для меня лично игра получилась. В этой игре для нас экшона не было, точнее. Просто особенно. Вот я пришел, записал видео, мне понравилось. Получил удовольствие, самое главное, от игры. Ну что ж, дорогие зрители. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, комментируйте, оставляйте свои комментарии. Рассказывайте о видео друзьям, это поможет развитию наших каналов. С вами был Квикест и... И Хаммер. Всем удачи и пока! Всем пока!